Символом памяти каждого белоруса стал хэштег «Беларусь помнит». Акция, ставшая дневником героизма, охватила всю страну. Истории подвигов и побед вчера рассказали в новых форматах. Сеть Инстаграм захватил масштабный фото-челлендж. Только за 9 мая более 2000 постов. Публичные персоны Беларуси, артисты, спортсмены, ведущие журналисты в личных аккаунтах передают эстафету памяти через публикации. Эта война – наше историческое наследие. Непозитивное, горькое и печальное наследие, которое унесло жизнь каждого третьего жителя Беларуси тех лет. Так проект превратился в настоящее полотно воспоминаний и в прямом смысле слова зазвучал. О том, что страна помнит, белорусские авторы написали песню. Премьеру представили во время торжественного собрания 8 мая. Теперь она – лейтмотив Дня Победы. Во всех уголках Беларуси в рамках республиканского проекта прошли праздничные шествия с портретами героев, а столица приняла забег отважных. Я захотел побежать третий раз. Все-таки большой праздник, много мероприятий. И я люблю спорт, и я побежал. Надо помнить ветеранов, надо их уважать и всегда любить и быть счастливыми, что они нам помогли. И у нас есть такое небо, зеленая трава растет, и мы живем. Праздничные мероприятия в рамках акции официально пройдут до 3 июля. Поделиться семейным воспоминанием может каждый в режиме онлайн.